С начала громких судебных процессов, которые существенно изменили кадровый состав правительства Омской области и мэрии. Дмитрий Ковалев весь год провел в судах и готов рассказать о самых важных из них. Да, Павел, но зря ты говоришь только о чиновниках. В этом году начался суд над депутатом законодательного собрания Хабулдой Шушубаевым. Он, как утверждает следствие, обманул больше 300 человек. Вынесли приговор бывшему директору мостовика Олегу Шишову. Он, к слову, также бывший депутат. Продолжается расследование автомобильной аварии на Сыропятском тракте. Расследуется дело об упавшем кране. Хорошо, тогда о самых резонансных делах, которые рассматривали в этом году омские суды, Дмитрий Ковалев. Самое громкое уголовное дело года насчитывает 325 томов и рекордное количество потерпевших. 314 дольщиков микрорайона Ясная Поляна долго ждали, когда человек, который, как считают следователи, присвоил их деньги, окажется на скамье подсудимых. Депутата законодательного собрания Хабулду Шушубаева обвиняют в мошенничестве, незаконном получении кредита и растрате чужих средств. Сейчас застройщик Ясной Поляны, компания «Рокос», готовится к банкротству. На счета и имущество наложен арест. Дольщики микрорайона верят, что смогут получить свои квартиры, только если выиграют гражданские иски. На первое заседание по делу Шушубаева пришло полсотни человек. Люди даже хотели устроить митинг рядом со зданием суда. Также, по данным Следственного комитета, Шушубаев, возглавляющий корпорацию «Агротраст», обманул налоговую инспекцию, представил поддельные документы и получил 900 тысяч рублей в качестве возмещения налога. Эта же компания незаконно получила кредит больше 1 миллиарда рублей. Деньги так и не были возвращены. Судебное разбирательство может затянуться надолго. Свою вину Шушубаев не признает и от дачи показаний отказывается. К адвокату. Все, к адвокату. А он точно с нами пообщается? Не знаю. А познакомите хотя бы? Все, поехали. А вы адвокат? Пару слов буквально. Давайте мы с вами пообщаемся. Другой громкий процесс года – дело экс-министра финансов Риты Фоминой и ее коллеги Олега Илюшина, занимавшего должность министра развития транспортного комплекса Омской области. Следователи утверждают, высокопоставленные чиновники незаконно выделили из областного бюджета 205 миллионов рублей для аванса НПО «Мостовик» за строительство метрополитена. Еще 1 миллиард 200 миллионов рублей были перечислены этому же подрядчику на строительство гидроузла и дороги Федоровка-Александровка. Мостовик объекта не закончен, а деньги так и не вернули в областной бюджет. Сразу после возбуждения уголовного дела оба министра потеряли свои кресла. Судебные заседания продолжаются. За решеткой оказался и сам глава мостовика Олег Шишов. Сотрудники компании даже выходили на митинги, требовали освободить их директора. Нарушения нашли не только на строящихся объектах в Омске, но и при строительстве моста на остров Русский, олимпийских объектов в Сочи. Олега Шишова приговорили к 4 годам заключения и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Свою вину Олег Шишов признал. Дело рассмотрели в особом порядке. И еще до Нового года он мог оказаться на свободе, но отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении. Сейчас Шишов находится в колонии номер 8. В этой же колонии отбывает срок бывший первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург. В этом году Гамбурга признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Следствию прокурору удалось доказать, что во время работы в мэрии Юрий Гамбург по заниженной стоимости продал под огороды несколько земельных участков в Левобережье. А потом здесь выросли жилые коттеджи. Городской бюджет недосчитался 200 миллионов рублей. Вы знаете, я все сказал. Я никогда не считал себя виновным, не считаю. Если прения мои возьмите, я публикуйте. Я в этом все сказал. Дмитрий Ковалев, Артак Мурадян. Омск здесь.